Боже мой, приехала я сегодня, мы были в Покровске опять там, ездили домой. Я приехала и увидела, что у меня такая посылка от Светланы Шойдиной. Боже мой, подожди, Мира, что тут? Письмо. Письмо. Лариса, здравствуйте. Угу, мой номер. Спасибо. Не, нельзя номера показывать. Сообщите, когда получите, вот, пожалуйста. С уважением, Светлана. Кухонька. Светлана, получили. Боже, корм какой. Подожди, а это куколка, Мира. Смотри, тебе куколка какая. Как окраски, боже. Краски. Ага, что за краски? Акриловые, Света. Акрилик тоже, вот. Ничего себе! Офигеть. Нашим этим котикам сколько красоты! Света, большое спасибо! Это еще не все. О, боже, а ну-ка, ну-ка, ну-ка! А ну, помогите мне! А ну, Мирочка, помогай! А это что? Для собачек! Так, а ну, можно кто убить? Мне поможет? Можно? А ну, вот это еще одно. Так. Боже, какая красота, Света, ну это вообще, вот это широта души, спасибо это вам. Это до котиков, да, это до котиков. До котиков. А какая куколка, Мира, тебе понравилось? Да. Скажите тете Свете спасибо. Спасибо. Кстати, откуда пришла посылка? Подержите, подержите. Днепропетровская Днепропетровской области пришла, с Днепра. Боже мой. Что тут еще?